Мы продолжаем читать первую книгу царств. Переходим сегодня, собственно, к главнейшей теме этой книги, вот, и вообще поворотному моменту в истории израильского народа к избранию царя. Но прежде несколько слов предваряющих это избрание, тоже имеющие для нас важное значение. Когда же состарился Самуил, то поставил сыновей своих судьями над Израилем. Имя старшему сыну его Иоиль, а имя второму сыну его Авия. Они были судьями Версавии. Но сыновья его не ходили путями его, а уклонились в корысть и брали подарки и судили превратно. И собрались все старейшины Израиля и пришли к Самуилу. И сказали ему, вот ты состарился – а сыновья твои не ходят путями твоими, и так поставь над нами царя. Вот человек Божий, Самуил, человек праведный, человек, про которого вот немало мы здесь уже слышали, действительно, святой Божий человек. Но дети его совсем не такие казалось бы, для нас очевидно, как это по нашей пословице «яблоко от яблони недалеко падает». Тут как-то очень далеко. Мы привыкли к содержанию этой пословицы, но кажется нам естественным, понятным. Мы его употребляем постоянно и к месту, и не к месту забывая, что употребляем мы его только тогда, когда видим, что сын во всем похож на отца. Тогда мы вспоминаем эту пословицу. И мы никогда не вспоминаем ее в тех случаях, когда ребенок на родителей не похож. И мы, если, так скажем, сосредоточимся и подумаем, и вспомним, как много таких случаев гораздо больше, когда дети на родителей не похожи во всех смыслах. У плохих родителей хорошие дети, у хороших родителей плохие дети. Сплошь и рядом. Человек, родитель любит читать, а сын книги ненавидит. Человек любит пить, а сын ненавидит алкоголь. Мама модница, а дочки на дух все, не надо всю эту косметику и модные платья, она читает книжки. Тогда мы не вспоминаем эту пословицу. И на самом деле гораздо чаще, гораздо чаще в жизни яблоко от яблони падает очень и очень далеко. Но особенно это характерно, особенно это важно в вопросах веры, в вопросах духовной жизни, потому что это именно подтверждение того, что мы слышим в словах апостола Павла. Плоть и кровь Царства Божьего не наследуют. То есть по наследству, по естеству вера не передается. Если родитель, отец был верующий, вовсе не значит, что таковым будет сын. И совсем не имеет никакого значения, сколько раз водил его отец в храм и какие книги он ему читал. Почему-то это никак не понимается людьми, что человек-то веру должен выбрать, и Бог ему эту благодать должен дать, и он должен сам обрести в лице Христа своего Господа и уверовать в него как своего Бога. Это никак по наследству не передастся. Это должен сам человек э, осознать, уверовать. Конечно, рождение в христианской семье этому в немалой степени способствует, но она вовсе не предопределяет выбор человека тем, что он родился в христианской семье. Это э, должен быть его смысленный выбор. Он должен выбрать Христа, уверовать в Него подару Христа или не уверовать. И, конечно, мы скажем, можем только на примере Священного Писания, даже не заглядывая в анналы христианской истории, увидеть много таких эпизодов. Вот у Исаака куда уж проще двое сыновей, мало того, что они оба его сына в одном шатре выросшие одной матерью вскорбленные, да они еще и единоутробные братья, но один отверг Бога, а другой его возлюбил. И опыт жизни родителей для одного стал ступенькой к Богу, а для другого стал ступенькой в ад. Или, например, скажем, Иаков, у которого было 12. Сыновей, насколько они все разные, насколько они э, вот, по своему отношению к вере разные. Один из них боялся Бога, а другой не боялся. Э, Леви, Симеон, Иерувим были отвергнуты отцом за свое бесстрашие перед Богом, а Иуда и Иосиф были почтены отцом за свое благоговение перед Богом. Или Давид имел всех детей, но строго говоря, все его дети, их было несколько, ни один из них не пошел путем отца, даже Соломон. Хотя вроде бы вот у такого праведного царя должны были быть праведные дети. Да не работает этот механизм здесь. Он не работает. Он не работает и в других вещах, просто мы не обращаем на это внимания. Если бы все дети врачей становились врачами, как было бы, наверное, просто, хотя была такая иллюзия, заблуждение у человека, у человечества сделать, скажем, священство наследуемой должностью. Ну вот был такой, скажем, выверт в русской истории что дети священников должны быть только священниками, кем еще им быть. Это породило огромное количество проблем, только одной из которых было то, что треть духовенства после революции сложила себя сам. Они и не собирались быть священниками. Просто так сложились обстоятельства, что больше никем они быть не могли. Но уж к семнадцатому году-то и закон изрядной степени был поменен. А вот те, которые состоялись и вынуждены были ориентироваться в середине 19 века, вот очень много было вполне себе неверующих священников. И, конечно, их можно обвинить, а можно и не обвинять. Обвинять надо систему, потому что это она решила, эта система решила, что если сын священника, то значит он такой же верующий, будто он священный сан по наследству передал. А все другие пути для него закрыты. Единственный способ профессионального самоопределения – это только священство. И он, хотя не хочет этого, но ему больше никак не выжить, другие пути социально для него закрыты. Он должен идти только в семинарию. И как бы он не хотел, деваться ему некуда, жить-то хочется. Единственный способ заработать себе хлеб легально для него оставляется государством только такой. Это омерзительно, это плохо, это неправильно, но вот так было сделано по этому же самому заблуждению, будто благодатные дары возможно передать по наследству. Невозможно. Никак, никогда, никому конечно нам от этого не легче мы переживаем за наших детей но должны мы, мы должны понимать что отношения с Богом есть выбор самого человека бог то хочет всем спастись значит надо человека подготовить к этой встрече с Богом что от человека зависит хочет он спасаться или не хочет он спасаться и это э, мы должны родители должны, так построить свое отношение с детьми, чтобы помочь Богу достучаться до сердец наших детей, чтобы помочь нашим детям отодвинуть от себя то, что мешает им разглядеть Божественное присутствие в их жизни, чтобы помочь им увидеть Бога. Мы как повивальная бабка мы помогаем нашим детям родиться во Христе мы помогаем им высвободиться от пелены этого мира, чтобы они узрели свет Христа. Но ну, вместо этого мы чаще всего их в эту пелену запеленываем, чтобы они погрузились в мир в надежде, что Бог все сделает сам, остальное нет, не сделает. Нам и даны эти дети, чтобы мы показали, больше гораздо показали, чем рассказали им Бога в этом мире, показали им нашего Бога, того самого, в которого я верю, которого я, которому я служу, который меня любит. Вот этому Богу их надо приобщить, своей живой веры их заразить, своим познанием, благодатными божественными энергиями их заразить, разгоняя тьму мира, которая учиться их поглотить. Вот это наша задача. И мы должны понимать, что их вера зависит только от них самих. Захотят, примут, не захотят, не примут. Наше благочестие ничего не значит. Желание Бога ничего не значит, он рад был всех бы спастись. Значит, только их личный осознанный выбор, и надо помочь им его сделать, не тем, что непрестанно говорить им о Боге, а тем, чтобы донести до них свет. Для этого надо не только самим стать светом, но и уметь этот свет нести. Но как бы не доносили мы до них свет, мы должны отступить перед, этим, перед этой тайной и перед этим, перед этой стеной, ибо даже Бог перед ней отступает человек может сказать, я не хочу, я не буду, я хочу быть другим. И надо понимать, это не наша вина, как не вина Самуила и не вина Давида, как не вина Бога, что Адам согрешил, как не вина Авраама, что Измаил был таким, каким он был. Это не вина, это просто выбор человека, как отец из притчи о сыном, просто уступает выбору человека, и пока человек жив, продолжает верить, что он способен измениться. Ну и дальше, в восьмой главе, мы вплотное приступаем к избранию царя, к событиям, как избирается царь. Восьмая глава первой книги царств, небольшой фрагмент. Я еще зачитаю. И сказали ему, вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. И так поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не понравилось слово Сие Самуилу, когда они сказали, дай нам царя, чтобы он судил нас. И молился Самуил Господь. И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа, во всем, что они говорят тебе, ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Как они поступали с того дня, в который я вывел их из Египта, и до сего дня оставляли меня и служили иным богам, так поступают они с тобою. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними. Вот, собственно, короткий абрис того, как происходит поворотная точка в истории израильского народа. Потом это будет еще многоэтапное, многоуровневое, многофакторное событие. Но пока вот все решается в этом небольшом отрывке в этом небольшом эпизоде с требованием царя. Почему они, какая мотивация их собственная, аргументация, как они аргументируют себе, что им нужен царь? Ну, во-первых, ты же видишь, что твои дети тебя не слушают, это не аргумент. Потому что, может, Бог воздвигнет какого-то другого, надо попросить. Часто такое бывало, что дети судей не шли по им стопам. Тот же первосвященник Кили имел таких детей, у Гедеона были такие дети. Это не показатель, это не, ничего не говорит. Можно помолиться Богу, и когда нужно, Бог воздвигнет. Так что само по себе это нет. Просто видишь, сейчас нам нужен судья. Сейчас. Беды никакой нет, но сейчас он нам нужен, хотя и сам Самуил еще живой. Но проскальзывает другое. Дай нам царя, как у прочих народов, как у язычников. Дай нам царя, как это делается у язычников, как проще. Ведь язычники не надеются на своих богов, они надеются на царя. Они для того и вбирают царя, вот для них он некая аватар их божеств. Пусть он и делает все, что необходимо делать. А израильскому народу надлежит жить с Богом, слушаться Бога непрестанно, верить каждый день Богу, чтобы не пришло никакой беды на них. А если беда все-таки придет, молиться Богу, чтобы он послал избавителя. Как много зависит от меня, как много зависит от всего народа. А если мы выбрали царя, то уже ничего не зависит, пусть сам расхлебывает. Это его проблема, а не наш. Наши дела становятся очень простыми. Платить налоги, отдавать детей в армию, но нашу совесть уже ничего не мучит. Это царь отвечает за нас, а не мы отвечаем за свой выбор из за свои поступки. Но главный аргумент, мы хотим, чтобы царь у нас был так, как у прочих народов. Второе, что мы видим, Бог ему говорит, послушай голоса народа, послушай, что народ говорит, потому что, потому что прислушаться к их голосу сейчас нужно. И сделать то, что они просят, у тебя нужно. Но важно понимать, это не я даю им царя. Это они просят, чтобы я дал им царя. Это разные вещи. Иногда это принципиальная разница, но во всех случаях, наверное, принципиальная разница. Но это не Бог говорит Самуилу, Самуил я хочу дать им царя, им очень нужен царь. Бог знает, как спасти народы без царя. Он может это сделать, но он знает, что народ ослабел настолько, что дотянуться до молитвы, до упования на Бога, большинству из них уже совершенно невозможно. Что народ обессилил, осуетился, что он не может возопить к Богу. Бог-то знает, как спасать людей. Люди потеряли веру. И события последних десятилетий, там, война с филистимлянами, гражданская война, в Израиле там случай с левицкой наложницей, колено Вениаминова, случай с Самсоном. Все это показывает, свидетельствует о том, что народ больше даже в лице лучших своих представителей Верить, уповать, взывать к Богу, надеяться на Бога уже не может. Ни Бог из не мог помогать. И не Божья воля требует этого. Немощь народа, слабость его духу, духа, его м, расслабленность, которая в немалой степени порождена его же непослушанием, ибо Бог предупреждал, что так будет и что если народ не будет ревностен, то все погибнет. И поэтому он говорит, хотя это не моя воля, не я даю царя, но послушайся их и дай им царя. Понимаете? Не как бы тут двойное отречение. Во-первых, не я даю не я хочу, чтобы у них был царь. А во-вторых, не я даю царя. Ты дай им царя. Найди им человек, но не я его дам. Вот. И э, то есть это некая, Бог как бы отста, отдает сторону, он говорит, ну сделай, как они хотят. Как это было при Хариве, когда делали золотого тельца. Сделай, как они хотят. Потому что по-другому не получится. Они обессилили, и к подвигу они не способны, к вере, к упованию не способны. Это как с тем, о чем Христос говорит в Евангелии, что вначале Бог сотворил мужчину и женщину, и брак есть союз мужчины и женщины, и именно одного мужчины – и одной женщины. Но люди пустились в тяжкие, им стало невыносимо это вести, нести, и хоть чтобы избавить их от совершенного развращения, Моисей, как говорит Христос, ради жестокосердия народа разрешил им многоженство. Ибо лучше иметь законным образом много жен, чем пускаться во все вот это блудно-прелюбодейные грехи, где никакой ответственности, никаких правил, ничего нет. Он, Бог, позволяет послушаться народ и поступить, как мудрость, исходительный учитель, идя навстречу народа, чтобы не было что хуже. Путь царь – это плохо» это шаг назад от тех состояний, того состояния, в котором жил израильский народ. Но это лучше перед лицом тех нестроений, бед, проблем, войн, грехов, в которые впал израильский народ, неуправляемый совершенно ничем и никем, потому что лучше быть управляемым царем, раз управляться Богом они не хотят.